Всем привет! Вы на канале Кактус и компания, с вами Елена. Начинаю свое видео вот с такой зарисовочки. Во дворе у нас расцвела яблонька, дичка. Я снимаю с балкона, надо как-то выйти поснимать. Вот цветут яблони, на клумбах у нас там уже цветы зацвели. Разные. В лесу тоже цветочки продолжают цвести. Ну и, конечно же, на моем балконе цветут и растут цветы. Сегодня небольшой обзорчик. Вот мои кактусятки, ребятки. Я уже писала, да, что я немножко спалила их. В общем, провела эксперимент, обрезала вот у подпалившихся кактусов макушечку у деточек. Думала, они пропадут, но, на удивление, не укоренились. Смотрите, какие колючки. Колючечки! Я люблю колючки у кактуса, смотрите. Ай, красавчики мои! Просто красавчики! Это у меня посев начала августа прошлого года. Вот такие симпатявки. Купила грунт, пришел мне грунт, собираюсь маленько рассадить. Здесь еще и места хватает для роста, а в другой плошечке уже места недостаточно. Так, спускаюсь ниже на полку с суккулентиками. Что у меня здесь? Здесь у меня цветут сады. Но хочу сказать, солнце очень яркое. Май у нас, конец мая выдался очень жаркий, прям температура очень-очень жаркая, 30 градусов. И некоторые растения у меня выгорели на солнышке, просто потеряли свой окрас. Вот, видите, бледненькие. Зато некоторые мои капризы, капризульки, я не знаю. Помните, я вам рассказывала об очеверии радуга из листочка? Ну так вот, радуга не радуга. Извините, сейчас поближе подвину. Конечно, у меня это не радуга растет, а скорее всего вариегатная форма Эхеверия Нюрнберга. Потому что Эхеверия радуга — это тоже Эхеверия Нюрнберга. Вот видите, какая вариегатность у нее тут проявляется. Здесь тоже, главное, с обратной стороны листочка вариегатность. А здесь что-то не очень. И вообще она какая-то монструозная у меня растет. Ну, растет, растет, пусть растет. Так, дальше поехали. Шавианка. Нижние листики засушенные. Но под юбкой там у нее детки. Дальше поехали. Вот эти обычные нюрки, которые с того же листика выращены, что и вот эти две красотки. Но они не вариегатные. Здесь тумбочка моя красотка. Вот. Котеледончик. Мохнатые ляпки. Здравствуй, здравствуй. Так. А здесь у меня собирается цвести Эхеверия талимоненсис. Вот. Ну, я сделала вывод, что цветение Эхеверия почти у всех одинаковое. Ну, пускай цветет, не стала цветонос я обрубать. Сама она вот такая красоточка. Видите, узорчик уже на листиках. Нижние листики тоже какие-то мягкие. Ну, не знаю почему, от чего. Здесь у меня тоже многодетная мамашка. Вот это я не знаю, бутон или что. А под юбкой, смотрите, кто у нее. Целая-целая куча деток. Тоже сиреневая красотка.
Почему-то телефон не передает яркость. Ну, здесь тоже у меня выгорели. Дальше поехали. Кактусный стол. Вот они мои главные, любимые колючечки, выращенные из семян. Смотрите, как они уже подросли. Я прям балдею от колючек. Ой-ой-ой, завидую кактусоводам, на которых подписано, что у них такие красивые колючки у кактусов. Ладно, не цветут. Главное, что колючки есть. Теперь у меня у самой есть такие колючки. Кстати, я буду сеянцы продавать. В шапке профиля есть ссылочка на Авито. Буду рассаживать. И кому интересно, пишите на Авито мне в личку. Здесь у меня в основном гимноколицию, айластеры, лабивии и еще каких-то пара кактусов. Дальше здесь у меня вот мои запрошлогодние сенчики. Колючки, колючки, колючки. Главное, колючки шикарные. Так, пробегусь. Вот макушки растут. Этот кактус я спалила. Один такой. Ой, думала, сгнил. Трогаю, он мягкий-примягкий. Этот, думала, тоже гнилой. Но все оказалось гораздо проще. Просто я их не доливала, не давала им водички. Вот полила их прям хорошо-хорошо. И они мне все надулись, напились и стали шикарные. Макушка, лохматушка, кактус грузони, музыку. Сыграть вам? Плохо сейчас играет. Не та акустика. Так, кстати, клещика я. Мне же напал красный клещ на фейхоашку. И вот видите, белые пятнышки. Мне пришлось всех брызгать, хотя на этих кактусах я вообще клеща не обнаружила. Посмотрите, какой красавец эониум стал. Ему тут хорошо. Я думала, будет замухрышка. Замухрышка стоял под лампами всю зиму. А тут ему на вольных хлебах. Прям замечательно. Так, седум, буритка. Из листиков, смотрите, уже сколько наросло, какие высокие. Здесь мои помидорки. Смешные, да? Так, здесь у меня тоже огуречно-рассадные. А здесь хавортии я поставила. Вот такие вот. Здесь цвести собираются уже. Думаю, может, если какая-нибудь цветет, переопылить с какой-нибудь. Попробовать хотя бы. Вот эту вот пересадила, мою холёсенькую. И что-то с дуру полила ее прям после пересадки. Но она вроде как нормальная, но мягкая. Как бы вот вытаскиваю, корешки вроде как нормальные тоже. Так, дальше поехали. Здесь у меня садики мои. Кстати, они тоже в продаже на Авито. Здесь яркие мои неончики. В общем, вот. Эти хавортии пересадила. И тоже вот эта вот зебрина, кажется, называется. Что-то кончики пожелтели. Ну ладно, отрастет. В общем, вот такая вот картинка вырисовывается. Ну, конечно, красота. Красота. Сегодня немножко свежо и прохладно. А вот он, страдалец мой, на которого напал клещ. Зараза. Так, о. Весь был усыпан. Вот эта веточка особенно, видите, вся съеденная. Откуда взялся, непонятно вообще. Но сейчас вроде
Нету, не вижу я. Вот. Так что я тоже решила для профилактики еще осенью протравить. Так, а тут у меня вот срубленная макушечка кактус, семка из семян. И смотрите, так, фокус-мокс, видите, уже, ой, корешочки там беленькие, не фокусируйте что-то. Вот видите, корешки дают. Я думала, пропадут, но малявки же совсем малявки. Нет, не пропали. Так что можно, если вдруг совсем маленький кактусенок, даже вот без прививки дал корешки. Так. Сейчас покажу еще вам свои сенсеверки, как живут. Так, вот мои сенсеверии и мои сенчики-хавортии. Два штуки, к сожалению, пропало. Ой, грязное окно. Грязь летит, не успею вытереть пыль. Два сенчика пропало. Один побелел, но он и был как бы варигатный. Второй засох. Ну, вот самые стойкие ребята. И еще же я их немножко заморозила, видимо. Рано вытащила на балкон. Как бы вот. Думаю, с этими уже ничего не случится. Так. Надо вытереть подоконник. Вот сансочки мои. Красоточки. Ты тут тоже хорошо вовремя заметила. Смотрю, что она мне ни бэ, ни мэ, ни кукареку вытащила из грунта покупного. Сказали, грунт нормальный, типа все там подходящее. А там корней-то уже и нет. Ну, вроде прижилась. Вот. Тут у меня красока. Бонсай мой. Такую красулку посадила. Хавортии я отсадила немножко. Вот такая вот история. Ну, а я с вами прощаюсь. Пишите комментарии. Ставьте лайки, если не сложно. Как говорится, вам не сложно, мне приятно. Ну, если интересно, следите за моими растущими, слушать мою болтовню, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!